Пожали руки и сразу в игру. Свою первую игру футбольная команда из Камня на Оби сыграла 4 года назад и быстро вышла в лидеры. С 8-й лиги Алькон триумфально вырвался в первую. Победам команду ведет ее бессменный капитан, бизнесмен Павел Телепнев. Его компания «Ситипласт» уже на протяжении 10 лет является официальным дилером «Алькон» в Камне на Оби. Когда его страсти к футболу узнали коллеги, решили создать футбольную команду. Учредитель компании «Электрубников» поддержал инициативу. И вот уже 5-й год команда в списке лучших игроков края. 0-27 в пользу «Алькон». Бывают и такие триумфальные победы, признается капитан команды. Спорт – это есть бизнес, бизнес – это спорт. Борьба. Конкуренция, такие же неудачи, удачи, как в продажах, так и в спорте. Ты растешь с каждым годом и становишься лучше. Василий Сорокин тоже уважаемый дилер компании «Алькон» много лет. Бизнесмен, как и его коллеги, дружит со спортом, активно увлекается горными лыжами. А сегодня вместе с командой поддержки придает бодрости товарищам с трибун. Футбол, как известно, командная игра. За 16 лет работы «Алькон» сформировал достойную команду специалистов-единомышленников. Причем профессионалов не только в спорте, но и в оконной сфере. Честно и по правилам играют везде – на футбольном паркете, в бизнесе. Мы не только улучшаем качество жизни наших горожан Алтайского края, предоставляя первоклассные услуги и надежные конструкции, материалы, но мы еще и продвигаем спорт. Глядя на талантливых чемпионов, все больше ребят будут мечтать о карьере футболиста, виртуозно забивать голы. Но главное – заниматься любимым делом. Такому правилу уже более 15 лет следуют дилеры и сотрудники компании «Алькон», которым доверяет свой комфорт тысячи людей.